Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Робзи и добро пожаловать в Roblox. И сегодня мы поиграем с вами в майнинг симулятор. Вышло новенькое обновление под названием Halloween Surprise обновление, в котором добавили 2 новых питомца, 4 новых шляпы, X2 у нас Candy Corn можно сделать теперь, отключение аксессуаров, добавили новые кодики и куча-куча всего интересного. И самое прикольное, что добавили у нас еще ежедневные подарки. Подарки каждый день, это очень круто. Теперь, кроме вот этих вот подарочков, которые можно здесь получать, еще какие-то есть интереснее. Кстати, о, эпическое яйцо. Кстати, чтобы получать эти подарки, нужно вступить в группу разработчика, если вдруг не знали. Так, давайте посмотрим на наш список топов. Так, здесь у нас топы, топы, топы. Боже мой, ретро и сюда добрались. Вот сюда добрался ретро. Боже, какой он смешной. И сюда тоже очень странный скин получается. Выглядит, скажем так, так себе. Свое мнение я уже говорил на стриме, что я не очень доволен добавлением этой ретро скинов в Роблоксе, потому что это убивает саму стилистику Роблокса. Кстати, в игре добавили новенькие коды. Мы с вами их введем немножечко позже. Итак, давайте посмотрим. Обновили магазин. Написано, что у нас новый магазин каких-то ежедневных товаров, либо какие-то товары обновили здесь. Очки, мистическое яйцо, в принципе, можно было взять, у меня почти хватает денег. Хотя, стоп, давайте возьмем мистическое яйцо за 500, за 500 этих кандикорнов. Так, вот он подарочек. Я понял, следующий подарок через 6 часов. Ну-ка, плюс 500 кандикорнов, серьезно? О, вау, ну-ка, а я могу себе что-то прикупить? Так, за 850 топовое яйцо. Вот это хорошо. Так, давайте берем это. 250 робоксов? Серьезно? Мне эта штука нравится. Так, мы в любом случае это откроем с вами. Так, теперь написано, что у нас быстрее что-то обновляется. Быстрее загружается инвентарь питомцев. Окей, аксессуары можно отключать. Но я на самом деле не вижу в этом смысла. Пускай лучше будут. Вот на мне аксессуары можно бы было и отключить. Мои топовые. Так я выгляжу намного лучше. Смотрите, красавчик, красавчик, красавчик. Так, что еще у нас есть интересно? X2 кукуруза нам не интересно. Так, геймпассы. Магазин. Так, геймпассы, геймпассы. Где у нас? Ага, вот всякие штуки. Кстати, в игре сейчас скидки. Если вы собираетесь донатить, то самое время. Так, 400 робуксов. 400, 100, 70. Так, сколько у нас пик? О, 50% скидочка здесь. Здесь всего лишь 150, да, кучу всякой. 120 робоксов, двойные кендикорны. Взять, не взять? Нет, пока, увы, я брать не буду. Так, ну все, в принципе. Так, а здесь у нас тоже скидочка? Нет, скидочки нет. И здесь скидочки тоже нет. Так, ребята, у нас с вами есть что? А, у нас с вами есть коды. У нас есть 4 новеньких кода, которые мы с вами ведем. В общем, в этой игре уже, наверное, около 150 кодов, ребят. Если хотите увидеть другие коды, смотрите мои видосики. Так, реберс. Ну, в общем, я сделал реберс, нормально. Не туда зашел. Заходим в коды. Кстати, теперь за реберс, получается, мы Candy Corn получаем и токены. Неплохо, кстати, давно это было, это чуть я забыл. Так, в общем, первый код у нас Спук. Спук у нас дает 30 Candy Corn на халяву. Следующий код у нас Келли. Пробел убираем, дает нам 60 Candy Corn. Третий кодик дает нам Спуки Трейл... Какой-то Трейл... Спуки Трейл Крейт, вот что он дает нам. И четвертый кодик, в это обновление 4 года, не 5. Фрайт. Фрайт дает нам легендарную коробку с шляпами. Окей, это нам не интересно. Мне, по крайней мере, у меня есть коробочки. Так, Спуки Трейл Крейт. Что нам выпадет сейчас? Посмотрим. Что-то легендарное. Так, котяки выпали. Котяки мне не нужны, у меня получше все будет. Так, заходим в питомцев. У меня где-то здесь есть яичко. Мистическое яичко, легендарное. Так, давайте начнем, наверное, с легендарного. Экипируем себе его и идем себе открывать. Нужно прокопать, наверное, сколько? А, тысячу. Так, давайте мы сейчас по кругу будем прокапывать, чтобы видеть, что там у нас вылупится, в общем, из этого яйки. Так, давайте копаем сюда. Легендарное еще чуть-чуть прокопать. И... НЛОшка, Green Alien. Ну ладно, пускай будет. Меняем себе на другое яйцо. Давайте мистическое откроем. Может, что-то выпадет того, чего у меня нет. Так, оно у нас одето. Сколько нужно мистическое? Тоже 1000, да? Так, у нас, видите, не видно ничего. Ничего не видно, мы сейчас все выкапываем. Давай. Покопаем здесь. 700, 800, 900. И почти выкопали. Ух ты, уф, дого. Я так понимаю, уф, дога у меня уже был. Ну-ка, заходим в питомцев. В самый верх. Уф, дога, одна штука. Чё, у меня этих уф, дога хоть...
Короче, много. Вы поняли. И теперь мы топовое яйцо у нас. Такого питомца у меня точно не было. И зомби уф. Это очень хорошо, ребят. Это очень хорошо, потому что зомби уф у меня не было. Зомби уф. Вот он, красавчик. Статы 2,5, 2,6, 2,3. Блин, он крутой. Мне очень нравится. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь еще интересного есть. Выходим наружу. Так, мы здесь получили приз. Так, здесь у нас ничего не поменялось. Так, давайте мы с вами сейчас сделаем какой-то квестик. Возврат домой. Квестик здесь мы делали. Но я на самом деле перестал их делать, потому что мне они надоели. Ага, 2 Candy Corn. Что у нас? Так, здесь эти квестики. Дождик. Слушайте, давайте посмотрим, сколько я получу с дождя. Я хочу запустить еще один дождь. Я уже запускал на стримчике. Кстати, скидочку сделали. Теперь стоит 70 робуксов. Так, запоминаем. У меня 200... О, боже мой! Ой-о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 й
о боже, у меня было 238 всего лишь, я запустил себе дождь. Они собираются. Вот это да! Так, сколько я смогу собрать, в общем? Смогу ли я 1000 себе насобирать? Так, мне еще... Так, daily gift, окей, я получил этот гифт, мне не нужно больше. Так, магазин мне не нужен, мне нужно просто пособирать то, что здесь валяется. Они не исчезают, интересно, ребята, вы в курсе, они исчезают, не исчезают? Так, daily gifts, да хорошо, хорошо. Видишь, я занят, зачем мне твоя надпись? Так, давайте я здесь пособираю. Так, здесь у нас две штучки упало, видите, оно сразу еще все не собирается, постепенно как-то. Так, здесь. Нет, видите, они не исчезают, это очень хорошо, потому что я бы не успел все собрать. Так, в итоге мы посмотрим, сколько у нас собралось за 70 робуксов токенов. Так, давайте посмотрим. Так, исчезли. Ага, они исчезают. В общем, они исчезли. Короче, где-то было 500 здесь штучек. Смотрите, 500 штучек за 70 робуксов. Так, а здесь у нас... А, видите, здесь тоже у нас скидки. За 70 робуксов мы с вами получили бы 240. Понимаете, в чем разница? Здесь мы получили 500. Да, выгоднее вот так вот все набрасывать и собирать, но, видите, вы не успеете все собрать. Стоп, друзья, чуть не забыл вам рассказать, как запускать прикольную фишечку в игре. Становитесь вот сюда, возле магазина, и пишите в чатик Spooky Scary Skeletons. И начинается вот такая вот штукенция. Вся карта начинает моргать, и у нас играет прикольная музычка, которой можно веселиться и пугать, ребята, пугать всех ребят на сервере. Потому что неважно, где вы находитесь, на какой локации, у вас начинается играть эта музыка, и это просто капец, смотрите. Очень веселая мелодия. В общем, ребята, ставьте лайк, вот такая вот штуковина. Что здесь у нас еще интересно? Так, какая-то шляпа за 650, вот ее-то я и могу купить, ребят. Это контент. Так, я покупаю за 650 и прямо сейчас ее открою. Я этих ящиков еще ни одного не открывал. Серьезно, вот именно крутых. Так, и что у нас получается? Ууу, какие всякие штукенцы. Так, крылья. Нет, серьезно, мне дали вот эту штуку. Капец, понимаете, там были мифические эти, а я взял вот эту вот дрянь. Это я бомблю, реально бомблю, потому что могло удастся нормальная штука, а мне дали какую-то, короче, фигню дали. Все, я понял, что мне дали фигню. Так, выходим обратно. Так, где здесь снаружи? А, стоп, может добавили какой-то инструмент прикольный? Давайте зайдем сюда. Так, здесь у нас Mystical, Sword of Light, нет за донат, Нюк. В общем, ничего не добавили, тем более что-то оно лагает. Выходим обратно, ребят, давайте на этом мы сегодня ролик заканчиваем. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. А с вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения, спасибо за просмотр и всем покедова!